Уважаемые дамы и господа, мы находимся на высоте, на какой-то высоте, и летим мы на самый-самый крайний огненной земля, город Ушуая. Свет уходит, мужики! Закончился ветер, началось лето. Забавно, что Нади в этом аэропорту не была с момента нашего прилета. Да. Мы вот в этом Макдональдсе как раз сидели, когда прилетели в мае 2022 года. Вот. А уже? Тут, короче, 2 года, а уже столько событий. Да, такие вот изменения. Знаете, вот всегда приятно отправиться куда-нибудь в путешествие, еще что-нибудь. О! Здравствуйте. Матерь Божья. Кстати, вот только человек сегодня в Ютьюбе видел. Говорят, новый альбом скоро выходит. Что характерно, этого человека я тоже только сегодня видел в Ютьюбе, а у него вышел новый ролик. Говорит, что жители Рыбинска интересуются ценами в Аргентине. Очень интересуются. Нормальные цены, приезжайте. А это нас готовят, А вот, ребята, мы на огненной земле. Как правильно? Тьерра де Фуэго. Как? Тьерра де Фуэго. Тьерра де Фуэго. Да. Красиво говорит. А смотрите, вид какой, когда выходишь. Вот это кайф. Еще лучше. Пойдем в померзнем. Даже очки надеть солнечные. Да, да, конечно. Чувствуешь, Сань? Солнечные. Вот это пахнет. И шапка. Это горы, это наш домишко. Севера, точнее, какой-то юг. Крайний юг, крайним югом, а бегать нужно. А этому, ребята, я пошел на пробежку. Кажется, ровно в этих местах, перепроверю еще, Варламов ругался. Варламов ругался по поводу домика. Мол, некачественный. Слушайте, во-первых, нормально они выглядят. Во-вторых, тут просто вокруг горы, облака. Блин, очень красиво. Это полноценный город, самый южный город Земли. Кайф, просто кайф.
прибыли на поезд на конце света. Правильно? Sí. Tren fin del mundo. То ли из-за Рождества, или из-за Нового года, или еще чего, нету билетов на этот поезд вообще. И на, типа надо было онлайн делать резерв. Так вот, на все дни, которые мы здесь находимся, никакого онлайн-резерва нет, Танюшка проверила. Вот. Но, как обычно, я сказал, товарищи, пойдемте вести переговоры. Переговорщик вот у нас есть один. Он, правда, плохо слышит. Вот. Оказалось, что можно попроситься в лист ожидания, потому что просто, ну, не все люди, кто зарезервировал, выкупают билеты. Вот, уже половина очереди сдвинулась, так что, наверное, на следующем поезде мы и уедем. Я очень хочу на трене покататься. У нас все получилось, и мы едем на поезде. Заходим. Cuidado, chicos, la cabeza al subir no se van a golpear. Sí, y acá también está bajito. Ahora sí. Gracias. Perfecto, chicos. Где мы? О, вот он расскажет. На всех языках говорит. Беглые. Беглые преступники. Беглый мультилингвист, я бы так сказал. Как вам поезд? Поезд прекрасный. Жалко только, что он едет никуда. Тут, короче, нюанс один выяснился, да? Купили билет на поезд, и еще сказали, а еще билеты в парк национальный. И мы сейчас доехали до конечной остановки, и нам говорят, ну, если вы останетесь в парке, то назад вы больше никогда не вернетесь, умрете в мучениях. Тем более, пока мы ехали, нам в наушник, знаешь, рассказывали, как... Выхода из этого места нет. Все, кто пытались сбежать, все умерли. Ну, такой себе вариант. Говорят, ну, можете сесть в поезд и поехать обратно. Что мы и делаем. Вот. Поэтому, дорогие друзья, если вы попадете когда-нибудь на этот самый край земли, на огненную землю, и захотите сгонять на подобном поезде в национальный парк, говорят, первый в 9 утра. Вот это самое лучшее для вас будет. 9 утра сели, доехали, пару часов погуляли, и на последнем, который в 3 уехали. А мы, видите, полуханулись. Мы сели, можно сказать, на последний, доехали. Тепловоз переставился в другой конец нашего состава, и теперь мы едем. Пупсик, ты что, первый раз попала как бы в кафе? Я даже ни разу не была, правда. Вот такое вот лето в Ушуае. Ну, знаете, как есть. Мы разбираемся, как нам попасть в национальный парк и как попасть к пингвинам. Вот. И, ну, из-за того, что мы приехали в праздники,
то тут некоторый ажиотаж наблюдается. О. Так, ты меня. Круто, смотри, Дима прям вписался. Очень хорошо. Вообще, как ты так делаешь, Дима, перевоплощение? Точно, ну, отличная пижамка-то. Надо брать. А вон, смотри какой. Костюмчик-то. Для малыша? Костюмчик для малышки. Нет, ну пусть, ну это ужасно. Помаши моим подписчикам. Ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так, у нас новый день, 30 декабря. И сегодня солнце вылезло, стало поприятней, но ветер все еще дует. Мы завтра едем к пингвинам, а сегодня собираемся в национальный парк. Свет уходит, мужики! Вернулся. Огромное количество кемперов здесь. Народ приезжает из разных мест. Когда нет ветра, там уже очень тепло. Все-таки лето, как-никак. Это забавно. Мы вот сейчас на центральной улице, такой пешеходной, где больше всего напоминает какую-то Швейцарию. Швейцария, это, наверное, все более вылизанное, но здесь тоже хорошо. И, наверное, это такое главное место в Аргентине, где все-таки есть новогоднее какое-то настроение. Тяжело Новый год встречать летом в плюс 30. Все, мы горец пополам доехали до какого-то места. Вот эти, да. Тут уже вон какие-то озера, еще что-то. Все круто. Алакуш называется. Это вот центр, туристический центр. И мне кажется, что визит в национальный парк нужно вот отсюда начинать. Вот красиво. Самое интересное, что мы сейчас находимся в конце дороги Рута Трес. То есть это самый конец. Отсюда можно поехать и доехать до Аляски. Это как бы вот знаменитая дорога. Чили уже там вовсю. Вот это вот. А вот это Аргентина. Да.
закончился ветер, началось лето. Все, солнце греет. Все хорошо. Вечер впереди. Вечер встречи. Вечер. Кстати, интересно, что так как все здесь задом наперед, то, соответственно, здесь в декабре темнеет супер поздно. Вот вчера там еще сколько? 10 вечера, еще светло вовсю. Город, и мы сейчас вот в том этом самом состоянии, когда вся эта прогулка, солнце. В общем, если лечь, то сон будет прям отличный. Но пока супчик рыбный. И винишко у кого-то. Еще у кого-то тут винишко. Но не у меня. Ну, нет, можно. Готовится стать отцом. Готовится стать отцом. Итак, ребята, 31 декабря 2023 года. Я на краю света, в Ушуае. Забрались мы вообще куда-то очень-очень далеко. И здесь будем встречать новый 24-й год. А я иду докупить продуктов. Сегодня будем праздновать Новый год дома. Но перед этим поедем посмотрим на пингвинов. Мне сказали, что я пингвин, девушка. Я говорю, да, это in case you wouldn't manage to see them. Она такая, рассказывал эту историю, да, расскажу еще раз. Значит, у меня был последний звонок, 11 класс. И вместо того, чтобы со всеми людьми, со всеми своими одноклассниками ехать на поклонную гору, я отправился в спорткомплекс Олимпийский, на фестиваль «Воксидром», где выступала группа «Четыре таракана». И вот, если бы какой-то разлом во времени бы открылся в тот момент, и оттуда бы голос сказал мне, чувак, 31 декабря 2023 года, с Дмитрием Синспириным ты будешь, значит, болтаться на какой-то лодке на огненной земле в поисках пингвинов, я бы подумал, что я ёбнулся окончательно. Блин, реально пингвины. Поддельные? Да. Толстенькие. 31 декабря, 9 вечера. Посмотрите, что там за окном. Итак, друзья, значит, за окном конец мира, а в телевизоре... Страну
все. Еще раз. Не надо. У кого мама режет? У кого? Дмитрий Спирин. Поскольку это от нас зависит, вот это главное в нас, оно же лучшее в нас, нашу человеческую сердцевину, наше представление о том, кто мы есть. Фу, о, отлегло. Друзья, с Новым годом. С Новым годом, с Новым счастьем. С Новым годом, пунктик. Наступил 1 января, а в Ушуае наступило лето. Ветер ушел, на улице плюс 17, я в майке, ничего не работает сегодня. Вот. Но шутки у Дмитрия Спирина по-прежнему довольно наступил смешные. 1 января, и в Ушуае... канал мы свалили он в Аргентину. Пупсик вспомнила, что она беременная, и вообще-то у нее изжога ровно 31 декабря, поэтому сегодня первое, и последние два дня мы заняты поиском работающей аптеки. Вот сейчас я иду вот туда, и там должна быть аптека. Вообще вот интересно, как работает голова, да, потому что я все время понимаю, как бы у меня карта, в голове карта. То есть я не просто иду, а я понимаю, что я сейчас нахожусь на юге глобуса. Хотя, по идее, вот такое место, но это может быть очень много где. Это может быть и Швеция, и какая-нибудь Норвегия, и в России... Я думаю, таких мест на севере тоже хватает. Вот. Вода, горы, все дела. Но, так как я знаю, что я на огненной земле, я все время, как бы, когда иду, понимаю вот это, как я двигаюсь по глобусу. Что, типа, там север, там юг. Ну что, кто ищет, тот всегда найдет. Малышка без таблеток не останется. Ну что, ребята, сзади меня мужчина в красной шапке выныривает из морской пучины с помощью трех дельфинов. И такая вот Ушуая, самый южный город Земли. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и увидимся в следующем выпуске.